Вы смотрите видео об отеле Вилла Энджело Терме. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Вилла Энджело Терме расположен в стране Италия в регионе Иския и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Отель расположен на юго-западном побережье Иския между бухтой Читара и подножием горы Эпомео в 1200 метрах. От центра города Фория и в 850 метрах от пляжа Читара. Остановка такси расположена в 200 метрах, автобусная остановка в 20 метрах. Гостеприимный курортный отель «Селом» прекрасной зеленой территории находится в нескольких метрах над уровнем моря, в городе Фория, в 20 минутах пешком от пляжа. К услугам отдыхающих – оздоровительные спа-программы, красивый цветущий сад, бассейн с минеральной водой. Отличный выбор для спокойных семейных каникул, расслабленного отдыха с пользой для здоровья. На территории отеля имеется 68 номеров, обеденный зал, бар, ресторан, ТВ-зал, библиотека, сад, терраса, парковка и интернет. Раз в неделю вечер с национальной музыкой. В номерах есть спутниковая, ТВ с российскими каналами, кондиционер, ванная комната, душ, фен, балкон, терраса. В номерах категории «Супирия» есть мини-бар. Площадь номеров, стандарт, 14 квадратных метров. «Супирия» – 15-19 квадратных метров. Имеется возможность четвертых местного размещения. Номерной фонд отеля состоит из. В отеле 67 номеров. 11 дабл экономы, максимум 2 человек. 33 классик, максимум 2 человек. 23 «Супирия», максимум 4 человек. В отеле допускается размещение с небольшими домашними животными. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть скрытые и открытые бассейны с термальной водой. Для детей есть детская площадка. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.